Христос воскрес из мертвых, смертью смерть поправ, Иисущим в гробе. Христос воскрес из мертвых, смертью смерть поправ, Иисущим в гробе живут даровав. Христос воскрес из мертвых, смертью смерть поправ, Иисущим в гробе живут даровав. Господи, молим Тебя, благослови наши занятия, не допусти уклониться ни направо, ни налево от истинного понимания смысла. Прибудь с нами в этот день. Хвала Тебе, честь и поклонение, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Сегодня 1 мая 2019 год. Мы проходим пособие по изучению Евангелия от Марка. 46 по 52 стих. 10 глава. Приходит в Иерихон, и когда выходил он из Иерихона с учениками своими и множеством народа, Вартимей, сын Тимеев, слепой, сидел у дороги, прося милостыни. Услышав, что это Иисус Назарей, он начал кричать и говорить: «Иисус, сын Давидов, помилуй меня!» Многие заставляли его молчать, но он еще более стал кричать: «Сын Давидов, помилуй меня!» Иисус остановился и велел его позвать. Зовут слепого и говорят ему: «Не бойся, вставай, зовет тебя!» Он сбросил с себя верхнюю одежду, встал и пришел к Иисусу. Отвечая ему, Иисус спросил: «Чего ты хочешь от меня?» Слепой сказал ему: «Учитель, чтобы мне прозреть!» Иисус сказал ему: «Иди, вера твоя спасла тебя!» И он тотчас прозрел и пошел за Иисусом по дороге. Параллельные места можем читать у Матфея, 20 глава, с 29 по 34 стих, и у Луки, 18 главе, с 35 по 43. Иерихон находится на расстоянии примерно 28 километров от Иерусалима. У некоторых людей почва более приготовлена для веры, чем мы предполагаем, часто там, где мы не ожидаем. Это была последняя возможность обратиться к Иисусу для Вартимея, и он, к счастью, не упустил этого случая. Как важно не откладывать своего обращения ко Христу. Ужасно быть бедным и слепым и просить милостыню. Это справедливо и в духовном отношении. Много препятствий, неблагоприятная среда, непонимание того, как может Иисус исцелить. Все это заставляло его кричать громче. Непонимание многого не должно нам мешать обращаться прямо ко Христу с нашей нуждою. Печальный и слепой теперь идет по дороге, радостно славя Бога. Можем ли мы сказать: «Он вложил новую песню в уста мои»? Псалом 39, 2-4 стих. Но, братья, можем ли мы сказать, что Он вложил новую песню в уста мои? Прозрели ли мы? Или как слепые котята во тьме ходим? Пожалуйста, у кого какие есть вопросы, соображения, дополнения, слушаю вас. Ну вот мне на что обратилось мое внимание, что вот этот слепой назвал его учителем,
И Господь, вот видите, слепой сказал ему: «Учитель, чтобы мне прозреть». А в другом месте мы читаем, помните, говорит: «Учитель благий». И здесь Христос ничего ему не сказал. Он сказал, что вера, а там нет. Говорит: «Ну что ты называешь меня благим? Никто не благ, как только Бог. Если называешь меня учителем, то зачем называешь благим?» А здесь вроде учитель не благой, то есть не благой, это значит, ну, никто не благ, только Бог. То есть, значит, учитель божественный, как бы, переводится. А это, здесь слепой не говорит этого, однако Иисус ему сказал: «Вера твоя спасла тебя». В чем разница между тем случаем и этим? У кого какие соображения на сей счет? Почему там он того человека упрекнул, а этого нет? У кого какие на сей счет соображения? Ну? Что-то тишина гробовая. Может, меня не слышно? Вы скажите, меня слышно хорошо? Слышно. Слышно, слава Богу. Ну, Оль, ну как думаешь, почему вот здесь вот он не упрекнул этого слепого? Он же его учитель... Потому что, наверное, он с верой спросил, попросил вот это делать. А тот был уверен, что он вроде все делает так, как надо. Там-то какой, давай вспомним, случай был. Что там за случай был? Учитель благий. Что мне сделать, чтобы наследовать жизнь вечную? Да, вроде так, такой был. Да. Да, в том случае он думал, что это человек, и обращался к человеку. И его Иисус Христос наводил на мысль, что он не просто человек. А здесь он говорит: «Помилуй меня». То есть он уже высокое возвышенное понятие имеет об Иисусе. И здесь ему не надо это было уже его возвышать понятие. Да, раз «помилуй меня», то это уже, даже если его учитель говорит, но слова «помилуй меня» уже, а кто может помиловать? Либо, ну, скорее всего, ну, как к Богу он обращался, иначе он, если не как к Богу, то как к кому? Он не царь, не, чтобы просить помилования, не судья, учитель. А учитель, какой смысл ему миловать, или что он там? Учитель не наказывает своих учеников так, чтобы те просили помилования, но имеется в виду наказание. Учитель как может наказать? Ну, не может же он смерти лишить, там, жизни лишить. Да. Он не просит его, там, чтобы за него помолился, он просит, чтобы его исцелил. То есть лично он, а исцелять может только Бог. Да. Да. Редко кто слепых исцелял, да, наверное, никого не было там, тем более, если слепой от рождения был, отродясь, не было такого чуда, помните, чтобы слепые прозревали. Поэтому, ну вот, разобрались, поэтому и Христос здесь его не упрекает. Так, ну что, дальше идем. Что тут, вроде, ну, все понятно, чудо исцеления, прозрение. Иди, вера твоя спасла тебя. В чем вера заключалась? В том, что он просил помилования. Вера в то, что Иисус — это не просто человек. Евангелие от Марка, 11 глава, с 1 по 10 стихи. Когда приблизились к Иерусалиму, к Вифагии и Вифании, к горе Елеонской, Иисус посылает двух из учеников своих и говорит им: «Пойдите в селение, которое прямо перед вами, входя в него.
Тотчас найдете привязанного молодого осла, на котором никто из людей не садился, на которого никто из людей не садился. Отвязав его, приведите. Если кто скажет вам, что вы это делаете, отвечайте, что он надобен Господу. И тотчас пошлет его сюда. Они пошли и нашли молодого осла, привязанного у ворот на улицу, и отвязали его. И некоторые из стоявших там говорили им: «Что делаете? Зачем отвязываете осленка?» Они отвечали им: «Так повелел Иисус». И те отпустили их. И привели осленка к Иисусу и возложили на него одежды свои. Иисус сел на него. Многие же постилали одежды свои по дороге, а другие резали ветви с дерев и постилали по дороге. И предшествовавшие и сопровождавшие восклицали: «Осанна, благословен грядущий во имя Господня, благословенно грядущее во имя Господа царство отца нашего Давида, осанна в вышних». То же самое у Матфея можем прочесть в 21 главе с 1 по 11 стихи, у Луки 19 глава с 29 по 40, и у Евангелиста Иоанна 12 глава 18 стих об этом говорит. Весть о приближении пророка из Назарета и о совершенном им чуде возбуждала все умы. Евангелие от Иоанна, 12 глава, 17-18 стих. «И беспокоило духовную иерархию». Так, ну давайте откроем Слово Божие. Найдем Евангелие от Иоанна, 12 глава, и вот 17-18 стихи конкретно тут указано. Это «Народ, бывший с ним прежде, свидетельствовал, что он вызвал из гроба Лазаря и воскресил его из мертвых. Потому и встретил его народ, ибо слышал, что он сотворил это чудо». Вот, значит, какое чудо воскрешения Лазаря, и вот возбуждало эти все умы, и духовная иерархия, конечно, страшно беспокоилась. Вот. А что она беспокоилась-то? Ну, то, что вот ихняя паства теперь будет жертвовать не туда, куда бы они хотели, я так думаю. Так, Евангелие от Иоанна, 11 глава, 17 стих. Иисус, придя, нашел, что он уже 4 дня в гробе. Да, чудо, конечно. И 12:49. «Ибо я говорил не от себя, но пославший меня Отец, он дал мне заповедь, что сказать и что говорить». «И ученики, и народ были в полной уверенности, что теперь начнется воочию славное царство Мессии на земле». Лука 19 глава 38 стих, говоря: «Благословен царь грядущий во имя Господне, мир на небесах и слава в вышних». То есть вот здесь не совсем как бы понятно. Вот это, если бы не было вот этого «мир на небесах и слава в вышних», то тогда да, полностью соглашаемся, что они ждали вот земного царя. Или, может быть, они «мир на небесах, слава в вышних» благодарили Бога за то, что им дал царя земного. Так можно еще раз судить. И встречают Христа с восторгом в этом предположении, как мало они понимали истинный смысл его пришествия и его царства.
До этого Христос не позволял, чтобы распространяли весть о его мессианском призвании. Об этом читаем у Марка, 8 глава, 30 стих. «И запретил им, чтобы никому не говорили о нем». Когда Петр сказал ему в ответ, что ты Христос. Почему он теперь изменяет этому правилу? Вопрос. Ну, не будем гадать, здесь вот дальше идет ответ. Он знал близость своей кончины, и что теперь кратковременный человеческий восторг уже не повредит его духовной проповеди, которая закончилась. Величие его поступка было таково, что нельзя было более молчать, и должны были восклицать о нем и люди, или люди, или камни. То есть до этого он запрещал. Давайте вспомним, почему он запрещал. И как вот этот вот человеческий восторг мог повредить его духовной проповеди. Кто помнит? Давайте освежим это. Почему Христос запрещал ученикам говорить, что он Христос? Что в этом такого? Время еще не пришло. Время еще не пришло. Ну, в чем это выражается? Ну, сказал раньше, что из этого-то? Какая беда? Узнали бы все, что он Христос раньше времени. Фарисеи завидовали его же. Завидовали ему и хотели погубить, а время еще не пришло, поэтому он скрытно скрывался все от них. Так толкование говорит. Нет. Чтобы царем не сделали. И... как бы, чтобы не избежать распятия своего? Нет. А мне можете сказать, а? Да. Нет. Если муж там разрешит, конечно. Ну, потому что, когда распинать его начнут, то люди могут соблазниться, когда они узнают, что это Христос, как так, Бога-человек на кресте. Ради этого соблазна, чтобы не было такого соблазна, он запрещал говорить до времени, до времени. Да. Все, Надежда Васильевна, садитесь. 5. Правильный ответ. Да, это причина так вот толкует, что чтобы не соблазнили, что как так Христа и распинают. А здесь уже, когда время непосредственно перед его распятием, а что значит соблазнились? Ну то, что вот уверовали в него как Бога, а потом бац, распинают и разочаровались. Да никакой он не Бог, а мальчик. А здесь уже время мало, до этого мало народу знали. Но здесь его восклицают, ему осанна вышний к Богу. Ну то есть восторг такой кратковременный, поэтому Христос не запрещает им. То есть он понимает, что вот уже вот-вот не успеют так люди как бы его... слишком возвысить, ну и поэтому и не соблазняться при его распятии. Не очаруются им. Чтобы, как говорится, не разочаровываться, нужно не очаровываться. Поэтому он и запрещал. Вот. А когда вот всему свое время, вот когда он распнут, воскреснет, вот тогда уже ученики давайте и говорите, что он вам являлся по воскресенье своем, чему учил. Вот теперь время настало. Теперь многие уверуют и не соблазнятся. Вот. Ну и тем более, кто кричали Асана, они же думали, что он будет земной царь. Да. И они же потом распяли его. То есть они уже очаровались ним, как земным царем. И это же самое, то есть когда они видят, что его распинают и вообще ведут его на заклание, то это их, наоборот, злость будет возникнуть, что он, оказывается, им изменил в их доверии. То есть, а если бы раньше времени, кстати, это было их такое доверие, они просто не готовы были.
Да, вот этот вот патриотизм, он и сегодня в патриархии прям, вот, все прям, нужен нам земной царь. Вот, но помазанник, как бы, Божий, это да, это от Бога, это все хорошо. Вот. Ничего против него не имею. У страны должен быть царь помазанный, как вот раньше помазали царей. Вот. Но от чего это все пошло-то? Были когда судьи у израильского народа, они: дайте нам царя, как у других народов. Зачем им это надо было? Богу это не угодно было. Ну есть судьи, зачем вам под этот мир, как говорится, подстраиваться? Вот, и сегодня этот вот патриотизм ложный, что царь, за веру, царя и отечество. Можно четко себе выяснить, что Христос нигде не учил защищать земное отечество. И прямо говорит, если вот я мог бы призвать легион ангелов, и они видели в нем этого освободителя, что он такое чудеса творит, сейчас их освободит. Вот. Поэтому они кричали ему: осанна Вышний Богу, как вот земному правителю. А он на осленке, такой кроткий, смиренный, никакой он не завоеватель. Римлянам ничего поперек не говорит. Вот, смуту не наводит, Майдан не устраивает. Да какой-то предатель, изменник Родины, они вот его и распяли. И из зависти его распяли, и это еще причина была, что они кричали: распни его, распни. Завидовали-то ему фарисеи, а простой народ-то что им завидовать-то? А они вот обманулись в нем, были под рабством, думали, сейчас они теперь будут владыками земли. Мы же богоизбранный народ, и почему это мы в рабстве? Наконец-то пришел Мессия, сейчас все станет как раньше. Не узнали его как истинного Мессию. Лука 19:40. Но он сказал им в ответ: сказываю вам, что если они умолкнут, то камни возопьют. Должно было исполниться, Захария 9:9. Ликуй от радости, черь Сиона, торжествует черь Иерусалима. Все царь твой грядет к тебе, праведный и спасающий, кроткий, сидящий на ослице и на молодом осле, сыне подъеремной. Вот такое пророчество было задолго до Рождества Христа о нем. И осленке, и осле. Кто знает, вот как, почему на ослице и на молодом осле? Что есть ослица и что это молодой осел? Толкование. Знает кто-нибудь? Нет? Ослица — это, если я не ошибаюсь, люди Ветхого Завета, как бы сами иудеи. А осленок — это люди Нового Завета, но более конкретно язычники. А по... Так, и... Мне запрещено говорить, то я бы сказала. Да, тут написано: непокорные, или, как язычники говорят, ненаученные. Да, ведь там же осел был... необъезженный, недрессированный, так скажем. И язычники, они тоже были вот необъезженные, недрессированные, не знали Слово Божие, это не наученные заповеди. И однако этот молодой осел покорился, и язычники уверовали во Христа как в Бога. Вот, и молодом осле сыне подъеремной, то есть родственная связь у этих двух народов, у Ветхого и, ну, я бы сказал, не Ветхий, а вот иудейский народ, израильский, да, и вот и язычники. И Христос эти два... Еще... Да.
А еще Сергей, он тоже послал апостолов в селение, чтобы их забрать. И это тоже как прообраз. Он им сказал, что вам будут препятствовать, но вы скажете, что они нужны Господу, и заберете их. И это как препятствие. Ой, это как прообраз того, что апостолы пойдут как бы в мир и к иудеям тоже, в проповеди, в открытие, и Пасху заберут, которые, ну, эти фарисеи имели за собой, и язычников еще молодого осла заберут тоже. Угу. Препятствовать, они все равно заберут. Потому что Господу нужны. Да, вот ты сейчас от препятствий сказал, а помнишь, как препятствовал апостол, говорил, ничего я, отродясь, нечистого не ел, когда видение ему было, и на четырех, за четыре угла нам покрывали четыре животных, и голос с ним был, закали и ешь. У него было внутреннее препятствие, то есть его... И в посланиях апостола Павла читаем, это вот и к римлянам, и это они вот христиане, обращенные из иудеев, и всегда конфликтовали с христианами, обращенных из язычников. И такое препятствие, то есть они не хотели их принимать, они заставляли их обрезываться по Ветхому Завету, на что апостол Павел примиряя их говорит, что не нужно это теперь больше, все. Обрезание ничто, и не обрезание ничто. Все во Христе Иисусе. А что означает синтез подведения? Иеремна, это же вот ниже шеи, там я не скажу. Ну, ермо на след, ну, то, что она обузданное, это ермо, седло, наверное, я так понимаю, может, я могу ошибаться. Подъеремное, ну, то что на ней уже грузы можно возить и верхом ездить, то есть это был ветхий иудейский народ, который знал Слово Божие. И как бы Господь на нем восседал, им руководил через пророков, через тех же фарисеев, которые вот не приняли некоторые Христа. Но также сказано, многие из священников уверовали потом. Это тоже нужно не забывать. Из фарисея апостол Павел получился, из саддукея уже никто не получился, поэтому... И фарисеи, они правильно говорили, то есть Христос говорит, все, что там говорят фарисеи, соблюдайте. Они говорили это правильно. Потом дальше продолжение, по делам же их не поступайте, ибо они говорят, но не делают. Вот что имелось в виду. А мы привыкли, что фарисеи, они все такие вот прям плохие, 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 как увидит кто-нибудь, кого-нибудь, вот, как канониста, который вот прям вот хочет все соблюдать и платок под булавочку, и юбочка до пяток, и все у нее прям. И начинается такой вот ропот, что вот фарисейство на показ все. Это тоже имеет место быть, то есть люди как бы, вот фарисеи, они лицемерно долго молятся, то есть они хотели быть законопослушными перед людьми, чтобы люди о них говорили хорошо. А сейчас-то нет, сейчас с трудом найти такого фарисея. Сейчас наоборот, если ты живешь благочестиво, тебя засмеют. Предсказано за 500 лет до царского въезда Мессии в Иерусалим, то есть это было пророчество. Он знал, что он царь и выступал теперь с этим притязанием. Лука 9:51. Когда же приближались дни взятия его от мира, он восхотел идти в Иерусалим. Вечером ученики, конечно, вернули осленка. Надобен Господу, вспомним эту мотивировку, если Господь просит чего-нибудь от нас. Да, иногда...
какая-то лень нападает и неохота что-то делать. И вот эта мотивация. Он надобен Господу. Твой осленок, твой автомобиль, твое время, твои деньги, твои друзья, твои связи, твои таланты, они нужны Господу, и не нужно эти таланты зарывать. Все делайте, все как для Господа. Любую работу начинаешь, и нужно ее делать на высочайшем первоклассном уровне, как для Господа. Тогда все у нас будет благословенно. А не абы, как говорят, спустя рукава. Откуда эта поговорка пошла, кто знает. Были рукава какие-то длинные у кого? Работать-то понятно, спустя рукава невозможно. У попов. У попов. Да. У бояр. У бояр. Вот. И вот говорят, спустя рукава работать и засучив рукава. То есть понятно, где человек больше сделает руками своими. Ну давайте еще один успеем, Богдас Перекопчик прочтем. Евангелие от Марка, 11 глава, с 11 по 14 и с 19 по 26. «И вошел Иисус в Иерусалим и в храм, и, осмотрев все, как время уже было позднее, вышел в Вифанию с 12. На другой день, когда они вышли из Вифании, он залкал». Так, секундочку. И увидев издалека смоковницу, покрытую листьями, пошел, не найдет ли чего на ней. Но придя к ней, ничего не нашел, кроме листьев, ибо еще не время было собирания смоков. И сказал ей Иисус: «Отныне да не вкушает никто от тебя плода вовек». И слышали то ученики его. Когда же стало поздно, он вышел вон из города. Поутру, проходя мимо, увидели, что смоковница засохла до корня. И, вспомнив, Петр говорит ему: «Рави, посмотри, смоковница, которую ты проклял, засохла». И Иисус, отвечая, говорит им: «Имейте веру Божию, ибо истинно говорю вам, если кто скажет горе сей: поднимись и вернись в море, и не усомнится в сердце своем, но поверит, что сбудется, по словам его, будет ему, что не скажет. Потому говорю вам, все, чего не будете просить в молитве, верьте, что получите, и будет вам. И когда стоите на молитве, прощайте, если что имеете на кого, дабы и Отец ваш Небесный простил вам согрешения ваши. Если же не прощаете, то и Отец ваш Небесный не простит вам согрешений ваших». Вот Евангелиста Матфея, 21 глава, с 18 по 22 стихи. Тоже самое говорится. Плоды на этом дереве показываются раньше появления листьев. На этой уже и листья были. Проклинание смоковницы не было актом мести. Это была сильнейшая проповедь ученикам и всему миру. Как ужасно казаться и большим, или лучшим, чем ты на самом деле. Внешняя показная работа без внутреннего содержания, благолепия богослужения без духа,
религиозность без личной живой веры, христианство на словах без плодов, все это ненавистно Господу. Матфея 23 глава с 33, с 13 по 33. Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что затворяете Царство Небесное человеком, ибо сами не входите, и входящих войти не допускаете. Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что поедаете домы вдов и лицемерно долго молитесь, зато примите тем большее осуждение. Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что обходите море и сушу, дабы обратить хотя одного. И когда это случится, делайте его сыном гиены, вдвое худшим вас. Горе вам, вожди слепые, которые говорите, если кто поклянется храмом, то ничего, если кто поклянется золотом храма, тот повинен. Безумные слепые, что больше, золото или храм, освящающий золото? Также, если кто поклянется жертвенником, то ничего, если же кто поклянется даром, который на нем, тот повинен. Безумные слепые, что больше, дар или жертвенник, освящающий дар? Итак, клянущийся жертвенником клянется им и всем, что на нем, и клянущийся храмом клянется им и живущим на нем, в нем, и клянущийся небом клянется престолом Божиим и сидящим на нем. Горе вам, книжники, фарисеи, лицемеры, что даете десятину смяты, аниса и тмина, и оставили важнейшее в законе – суд, милость и веру. Сие надлежало делать и того не оставлять. Вожди слепые, отцеживающие комара, верблюда поглощающие. Горе вам, книжники, фарисеи, лицемеры, что очищаете внешность, чаши и блюда, между тем, как внутри они полны хищения и неправды. Фарисей слепой, очисти прежде внутренность чаши и блюда, чтобы чиста была и внешность их. Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что уподобляетесь окрашенным гробам, которые снаружи кажутся красивыми, а внутри полны костей мертвых и всякой нечистоты. Так и вы по наружности кажетесь людям праведными, а внутри исполнены лицемерия и беззакония. Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что строите гробницы пророкам и украшаете памятники праведников, и говорите, если бы мы были во дни отцов наших, то не были бы сообщниками их в пролитии крови пророков. Таким образом, вы сами против себя свидетельствуете, что вы сыновья тех, которые избили пророков. Дополняйте же меру отцов ваших. Змии, порождение ехиднины, как убежите вы от осуждения в гиенну? Деяния 5.1. Некоторый же муж имени Манания, с женой своей Сапфирой, продав имение, утаил из цены сведомой жены своей, а некоторую часть принес и положил кладам к ногам апостолов. Но Петр сказал: «Анания, для чего ты допустил сатане вложить в сердце твою мысль, солгать Духу Святому и утаить из цены земли? Чем ты владел, не твое ли было, и приобретенная продажа не в твоей ли власти находилась? Для чего ты положил это в сердце своем? Ты солгал не человеком, а Богу». Услышав сии слова, Анания пал бездыханен, и великий страх объял всех слышавших это. И встав, юноши приготовили его к погребению и, вынеся, похоронили. Вот есть такая категория людей, любвистов, которые вот эти слова не принимают. То есть им главное любовь, любовь, по головке погладили, все. А вот прочитанные места говорят о том, что Господь и смоковницу проклял, и вот этих фарисеев,
обличает страшными словами, и змеями их называет, там, пророк Иоанн. Это нужно тоже не забывать. И когда слышим, что кто-то кого-то обличает, не нужно заступаться за обличаемого. Вот. И осуждать обличающего в его якобы нелюбви. Он как раз это по любви делает. Вот. Не с тем, чтобы унизить там и проклять, да, хотя Господь и имеет право и проклясть, и все. Вот. Но нам, христианам, нужно тоже находить иногда и резкие слова, не для того, чтобы человека дальше в этот болото загнать, а наоборот, чтобы он вытащить из этого болота. А иных страхом спасайте. Нагнать страха на людей, на человека, он испугается и перестанет грешить. Вот. А другого гладишь по головке там. И он и продолжает еще сильнее наглеть, наглеть, и грех увеличивается, увеличивается. Христос нередко употребляет парадоксальные, поражающие воображение слова, когда он хочет врезать в понимание слушателей какой-нибудь важный общий принцип, причем не имеет в виду, чтобы его понимали дословно. Евангелие от Марка, 9 глава, 42-50 стихи. А кто соблазнит одного из малых сих, верующих в меня, тому лучше было бы, если бы повесили ему жерновый камень на шею и бросили его в море. И если соблазняет тебя рука твоя, отсеки ее. Лучше тебе увечному войти в жизнь, нежели с двумя руками идти в гиену, в огонь неугасимый, где червь их не умирает и огонь не угасает. Если нога твоя соблазняет тебя, отсеки ее, лучше тебе войти в жизнь хромому, нежели с двумя ногами быть ввержену в гиену, в огонь неугасимый, где червь их не умирает и огонь не угасает. Если глаз твой соблазняет тебя, вырви его, лучше тебе с одним глазом войти в Царствие Божие, нежели с двумя глазами быть ввержену в гиену огненную, где червь их не умирает и огонь не угасает. Ибо всякий огнем осолится, и всякая жертва солью осолится. Соль – добрая вещь, но ежели соль не солона будет, чем вы ее поправите? Имейте в себе соль, и мир имейте между собою». Вот что имеется в виду. Вот соль – это вот слова божественные, обличающие. Соль избавляет от гниения, то есть обличил человека. Вот. Но и дальше имейте в себе соль, то есть нужно это обличительное слово в себе иметь. Дальше запятая стоит. И мир имейте между собой. То есть обличайте в духе кротости, чтобы это не со злобой все это было, без приклеивание ярлыков, но нужно дать этому согрешающему человеку понять, что если я промолчу и не скажу, Господь-то с меня тоже же спросит за то, что я молчал и не обличал. Мог брата спасти, а не спас. Господь говорит, я с тебя спрошу. А если он не примет, но ты говорил, он погибнет, но душа твоя спасется. А если молчал, оба погибнете. Так что, братья, нужно бояться вот этой вот, вот этого лжесмирения, такого вот этого любвизма. Это очень близко граничит с равнодушием.
я ничего не знаю, моя хата с краю. Главное мне спастись, а остальным хоть трава не расти. Это неправильно, это не христианство. Это эгоизм чистой воды. Часто внешние затруднения или внутренние искушения поднимаются, как горы, и руки опускаются. Псалом 11, с 18 по 30 стихи. Печатка какая-то, нету такого. Исайя 40 глава 4-5 стих. Всякий дол да наполнится, и всякая гора и холм да понизится, кривизны выпрямятся, и неровные пути сделаются гладкими. И явится слава Господня, и узрит всякая плоть спасения Божия. Ибо уста Господни изрекли это. Еще здесь 25 по 31 стихи. Это же глава, скорее всего. Кому же вы уподобите меня и с кем сравните, говорит святый? Поднимите глаза ваши на высоту небес и посмотрите, кто сотворил их, кто выводит воинство их счетом. Он всех их называет по имени, по множеству могущества, и великой силе у него ничто не бывает. Как же говоришь ты, Иаков, и высказываешь, Израиль, путь мой сокрыт от Господа, и дело мое забыто у Бога моего. Разве ты не знаешь? Разве ты не слышал, что вечный Господь Бог, сотворивший концы земли, не утомляется и не изнемогает, разум его неисследим. Он дает утомленному силу и изнемогающему дарует крепость. Утомляются и юноши, и ослабевают, и молодые люди падают. А надеющиеся на Господа обновятся в силе, поднимут крылья, как орлы, потекут и не устанут, пойдут и не утомятся. Захария, пророк, 4 глава, 6-7 стих. Тогда отвечал он и сказал мне так: это слово Господа к Зарававелю, выражающее не воинством и не силою, но духом моим, говорит Господь Саваоф. Кто ты, великая гора перед Зарававелем, ты равнина, и вынесет он краеугольный камень при шумных восклицаниях. Благодать, благодать на нем. Верьте в Бога, как сын в отца, больной во врача, воин в своего полководца. Иоанна 14:1. Да не смущается сердце ваше, веруйте в Бога и в меня веруйте. Какие наши горы? Вопрос. Какие наши горы? Непонятен вопрос. Может, сомнения? Сомнения? Да, которые должны... А почему горы сомнения? Может, это, что мы возвышаемся, гордость или заслуги. Какие наши заслуги? Ну вот, про горы есть такое место, что Господь говорит, если... Двое или трое помолятся, то и если будете веровать, то и горы можете передвигать.
толкователь говорит, что горы это вот, да, вот эти вот, Рахиль заметил, вот это гордые мысли, высокие мысли о себе в основном, такие философские учения ложные, умствования никому не нужные. Сергей, выше толкования, вот читая за Марком, часто внешние затруднения или внутренние искушения поднимаются, как горы, и руки опускаются. Вы же прошли это. Да, да, да. Вот, и вот эти вот внутренние искушения, да, при вере во Христа, они, благодарим Игнатия Тихоновича, они уходят, и вера укрепляется, Господь дает. По молитве. Господь говорит, ищите и найдете, и стучите, и отворят вам. Ну что, вопрос? Вот разберите тут, всякий долг да наполнится, прочитай до конца. И всякое... Да, и всякий долг да наполнится, и всякое... Все, дальше, все, не надо, по порядку, какой долг? Горы стоят, реки текут вниз, с гор, вниз вода идет-то. И то, что в долина, тут может быть наводнение, как в Хабаровске было. Всякий долг да наполнится. А чем? Водой, благодатью Божией. И всякая гора и холм да понизится, то, что высоко, гордо не покоряется, и они понизятся. И дальше. Кривизны выпрямятся. Все, какие кривизны? Ну, бывает, люди задумали какие-то планы и тебя толкают на этот путь. Вот так только надо делать. Вот у меня рядом живем, а у него тут какое-то ночное кабаре, да здоровый такой дом. И он начал подкапываться под эти дома, где мы живем. Сказали, что ну, подадут, где, чтобы снесли. Ну, подали, я сразу пошел, соседи уже знают, беспокоятся. Я пошел в городскую администрацию, письмо отнес. Оттуда пришел ответ. У нас ничего тут не предполагается. Но это тут был грузин. Курит, Данелия фамилия. Как с ним разговаривать? Я один раз поговорил, он в дыму сидит. Летом возвращаюсь осенью, а его уже нету, умер. Я не знаю, было ему 50 лет или нет. Все, кривизна выпрямится. И все отстали, ничего нет, опять прямо ходим. Можно так сказать, что прямой это Бог, у Бога вся прямая, а человек кривая линейка. Если человек по себе начинает сравнивать и думать, вот я так вот придумал, так буду делать, то это кривое все. Надо по Богу делать. Игнат Тихонович, правильно, что? Правильно, это один из моментов таких. Вот думал я туда прийти. Какой человек близкий к губернатору? Как через кого подать бумаги эти по музею-то? А Господь все это выпрямил, прямо напрямую сделал дорогу. И уже через день ты меня вез туда, по его администрацию. А дальше Господь еще более прямое сделает. Дивные дела Божьи, умели бы мы это замечать и прославлять его. Правильно ответили, потому что это многогранность. Это в духовном плане. Плоском буквальном. А дальше-то что говорится? Явится слава Господня в этом, она незримая. А в чем? Узрит всякая плоть спасения Божия, от Бога спасение пришло. Бог так обстоятельства сделал. Выровнял, и кто стоял на пути, как... Какая-то скала. А Господь все сделал, ничего нету. Почему мы можем верить? Да потому что Господь не устали зарекли это. Не просто книжки и буквы стоят. Бог сказал. И затрепетала вселенная. Надо в это верить. Верить безусловно. И дальше говорит, верьте в Бога, как сын в отца. Больной во врача.
воин своего полководца. Тут и толкование это все дается. И все одно к одному. Я тебе хотел задание дать, Сергей Павлович. Давайте. Ну вот тут выставляли на Пасху, там с веселыми ногами, там священник бежит, кадилом-то машет. Ну там отзывы давала Наталья усатая, там, ну как сумасшедший-то. А другой там на самокате катится священник и какие-то разбрасывает листья или непонятно. Так ты таких-то набери роликов несколько, дай аппарат взять и потом на собрании-то показать. Показать, когда батюшка приедет в следующее воскресенье. И как до этого люди доходят, почему, что это такое, какие виды, почему нам кажется это странным. Я посмотрел, это ну, очень хорошее получится рассуждение. Вот у нас, в общем-то, я никогда не видел, чтобы священник выходил из церкви и сразу закуривал. К нему кинулись нищие, благословиться, он папиросу переложил с правой руки в левую, благословил и пошел, и епископ идет рядом, курит. Они не скрываются прямо в ограде церковной. А в Греции это, в норме, в Греции, откуда вера пришла наша. В Греции сидят, в других местах православные сидят, а мы стоим. Там не просто скамейка около, а именно вся скамейка, как у баптистов. Весь зал из скамеек. Так, в рядами стоят прямо все как положено. Почему там есть у нас, нет, вот эти вопросы, это мы можем объяснить. Почему православная так сильно разница? Надо эти ролики собери по одному только, вот где пляшут, скачут. Хотя бы там штук 5 набери. Там где-то выскакивают священники, их много выскакивают оттуда. И они прыгают, прыгают, и как вот, ну, жрецы Ваалова прыгали, кололи себя. Это еретики на это, Каширский ям. Богородичный центр называется. И людей там в храме много, и они стоят, и ребятишки маленькие также бегут, одетые там подрясники, бегут. Также он бежит, и они за ним бегут по храму, вокруг храма, вокруг, среди людей. И что, когда благодатный огонь, там эти арабы друг на друге ездят, кричат, барабаны бьют. Ну откуда это взялось? А вот чудо, его надо так сопровождать. Здоровые дядьки. Ну, посмотришь, он бесноватый, бесноватый. Орут, колотят. Какая тут молитва-то? Может быть, другая Наталья. Об этом рассуждали там. Может быть и так. Ну что, вопросы? Время пришло вопросов и ответов. Ты, Сергей, когда надписываешь год, год пиши полностью везде, переправь. Не просто 19, а 2019, тогда никакой ошибки не будет. А так непонятно. Что это означает? Хорошо. Я ваше задание не совсем понял. Какое? Зайти в интернет и зарядить в ютубе веселыми ногами Пасхи. Когда священники там машут кадилом, выскакивают, бегом бегают по сцене-то. И показать людям-то, вот тоже православные, одетые в ризы, а другой там священник на самокате катится, а за ним бегут, а он катится на самокате по храму и разбрасывает, а перед ним там поднос держат и там какие-то листья, или я не знаю, что там такое. Ну, веселыми ногами. Так главное, что эти стихи-то мы поем, но на нас оно никак не отражается, веселыми ногами. Говорят, Давид прыгал, скакал. Ну, Давид прыгал, скакал, но в храме-то не было, приняли в России, когда этого же не было, нигде никогда не было. Это еретики придумали они, Богородичный центр. А каким людям показать, на каком аппарате?
Но когда один другой покажем ролик, тогда можно объяснять, что это, откуда пришло, как. Я примерно обдумываю. Надо, чтобы показать, чтобы у тебя аппаратура была, и повернуть, как тогда было при Сергее Козлове там мы делали. Какая у меня как раз пасхальные дни это, ну, можно показать. Ну, набери там 5-7 таких роликов, они мало весят. Да. Ищи, ты найдешь. На чем показать-то? Но у меня ни ноутбука нету, ничего. На планшете на покажешь. А с кем-то договоритесь, чтобы он принес? Ну вот, у вас же есть флешка, есть у жены у вас ноутбук, вот и займитесь. У меня ничего нету. Ноутбука нету. Ноутбука нету, но напиши на большую флешку, то у меня маленькая совсем она. Да заполнена, там не уберешь. Там я принесу ноутбук. Сергей, ты спроси про осла и ослицу. А чё про них спрашивать? Да вы недостаточно ответите. Пусть Игнатий ответит. А чё спрашивать-то? Осёл и ослица, сын и подъеремный. Что спрашивать? Что значит сын и подъеремный? Почему сын он? Осленок, сын подъеремный. Что значит подъеремный? Почему он ей сын и почему сын? Можете ответить? Потому что жеребенок от матери. Вот сын ее. У нас немка пришла, а она не знает, как сказать. Она ухаживала за птицей в колхозе-то и говорит, колоть стали. Ох, жирный уткин муж. Она селезень не знает как. Это... Я спрошу, тут сколько Германия-то живет. Как он, Селезень-то Этерих? Селезень. Уткин муж, как по-немецки? Не знаю. Да их нету. Немцев. Нет, они могут никогда не встречать даже. Даже природные немцы-то не знают. А я их начну сейчас испытывать и скажу, вот скажи, как коршун? И как ястреб по-немецки? Коршун как? Габихт. Дер Габихт. А ястреб Гайер. Ну, она вот... Галка Дольх. Ну а ослица-то кого символизирует? И кого осленок? Почему они родственники-то вдруг оказались-то? Язычники, иудеи. У них же нет родственных связей-то. Родственник осленок к матери ослицы. Сын подъеремный. То есть она уже обучена, ярмо носит. Там сын подъеремный, сын. Ну язычник. Не говори, козленка в молоке матери. Матери называется сама овечка. Ну толкование-то говорит, что... Ослица – это обузданный еврейский народ, а осленок – это необузданный языческий. Они же не родственники, язычники-то. Они... Правильно, правильно. Но это показывает. Сначала буквально разобрать. Тут берет просто осленок, а в этом необученность. То есть они не несли заповеди Божьи. Берет одно качество. Тут не надо дальше лезть-то. Тут берется происхождение, а ты толкуешь обученный и необучен. То есть еврейский народ... Он уже под ярмо носил заповеди, их трудно носить. А языческий народ, он не носил, не объезженный. Больше тут еще не надо прилагать. Вот, допустим, лев, рыкающий, ищая кого поглотить. Кто? Дьявол. А лев из колена Иудина. Тут берется царственность, а там кровожадность. Отдельное качество выделяется, и по нему наносится сравнение. Сначала мудрый, как змей, а здесь упрекают порождение хидины змеи. Вот здесь берет их ядовитость, а здесь мудрость змеи заключается в том, что главное сохранить голову. И она меняет шкуру, находит узкое где-то между корнями, и туда надрывает, протирает около рта, и шкурки вылазит. Это означает, мы старое ветхое оставляем, то есть определенное качество берется. В этом ее мудрость.
Игнатий Тихонович, а вот вы говорите не варить козленка в молоке. А вот почему в восточных странах у мусульман и те мусульмане, которые приняли ислам до них, у них вся практически пища, мясо готовится с молочным продуктом, там йогурт или как у нас сметана, молоко употребляется. Вопрос в чем? Ну вот почему у них так? Я когда начинаю говорить с ними, я говорю, что нельзя мясо варить. Вот у евреев было так, они же практически их религия, много чего из Ветхого Завета взято. Они говорят, а почему нельзя? То есть это же пища. Потому что все, что основатель религии их делал, он на слух брал. Он считать не умел. Ни арабский говорит, ни еврейский язык. Женился на торговке, он хороший был, любознательный. А это Дуайт, Давид. Но почему из 150 псалмов ни одного нету? Да потому что не было, и он считать не мог. А то с неба сошла книга Соломон, Сулейман. Так у Соломона премудрость Соломона, Экклесиас и притчи. Три книги. У них ни одной притчи не приводится. Почему? Потому что он считать не умел. Главное, имя услышал, ну, стояли, разговаривали. С человеком говоришь, он может запомнить разговор. Ну а что написал-то? Где? Нигде нету. Нету у них нигде ни одной строчки. Это еще одно доказательство, что он не знал. Не знал. И те, которые рядом были, там зороастристы и другие, они тоже сказать не могли. Имя сказали и все. Сказали про Марию. У них прямо в книге их написано священной, что Мария, Дева Мария, была родной сестрой Марианна, Мариаме, родной сестры Моисея, а между ними 600 лет. 600 лет, а у них прям написано, что она была родная сестра. Ну, понятно, что на слух не взял, так записал. А другие-то вообще читать не умеют. Они заблокировали на другом языке, на мертвом, как у нас. Так у нас хоть переводы есть, у них и переводы, переводы-то не дают делать. У греков, когда делали перевод-то, они как поднялись, даже патриарха зарезали. Своего патриарха убили за перевод. В Греции там этих переворотов было, конца нету. Военачальник поднялся. Маврикий такой добрый-добрый был, жена, дети у него. А поднялся полковник Фока. Захватил переворот, сделал как Ленин. И всех ослепил, кастрировал и все. Вот о нем как раз и говорится, что праведник молился, Господи, почему такой зверь над нами? Он долго молился, а Господь сказал, по делам вашим я бы поставил еще хуже, но не нашлось, а ты больше меня не искушай. Он выбрал Господь, все перебрал в России, и коварнее Ульянова никого нету. И он его поставил над головой, над народом русским. Подряд все выхлестывали. Плохой царь был, Николашка дай Аллашки, вот тебе и получай оладьи. Игнат Тихонович, а Ветхом Завете же, по-моему, запрет не варить в молоке именно матери, молоке матери, то есть козленка. А вообще в молоке можно, вообще в молоке же можно это варить. Нет. Вот у евреев абсолютно правильно взято. У них два окошка, в одном мясное, другое молочное. И за всю историю ни разу не удалось одному человеку во время обеда получить то и другое. Бери в обед одно, другое. Так может быть ошибка. А человек не знает, в молоке или не в молоке, и чтобы не было беды, исключили совсем. Они были очень ревнительны из соблюдения закона. Господь сказал, говорит, и того не надо было оставлять, и это выполнить. А у нас как? Главное любовь, поэтому не надо. Я не люблю. То есть, ну привыкли жить сами, как шалавы по миру ходим. Каноны – это вехи на пути в Царство Небесное. Так определяют святые. Если Христос есть путь, то каноны – это вешки стоят, чтобы мы не заблудились. Игнат Тихонович, а подскажите, как понимать вот это… Не там не трожь край бороды своей, а до этого там касается не стриги волосы кругом. Это что обозначает? А что там в другой? Не стричь волосы кругом. Ну вот так, потому что песнь на висках оставляется.
а у русских-то нету. С какой целью? Может быть, во время борьбы ночью, когда борются, легко узнать, враг или друг. И так было видно. Они песни на висках. А русские сейчас придумали, ребятишки, сзади, хохолок там оставляет, он дальше идет. А эти придумали щупрыны, украинцы, хохлы называются, хохол вверху. Ну, то есть что угодно, но не то, что есть. Я, например, первый раз увидел старика, еврея, который песни. Я был очень удивлен, он учился техниками, вообще ничего не знал. Волос нету, а тут как косы у него, да заплетают косы еще на висках. Не стриги головы кругом. А у русских как, чтобы было ровно, сверху горшок надевали, прям под горшок его называли. А обстригли волосы и все. И маленьких также стригли под горшок. Которые из-под горшка волосы вылазят, все волосы стригли. Я вчерашний наш разговор-то, Вячеслав, уже выставил, видел? Да. А там ты про книги-то мне, про книги-то что-то не выслал? Я еще не доделал. Ну вот это, вчерашний наш разговор стоит. Да, я видел там комментарии уже снизу, там, переписываемся. Да, хороший был разговор. И хороший разговор, вчера ко мне зашли, двое-то беседовали про эти деньги-то, которые берут у Головина. Ну, я сегодня посмотрел, такие цены. Ему как-то бы сказать, вот кто бы имел, ты сам напиши отцу Владимиру, дорогой батюшка, отойди от этого, наша беда непоправима, они его предадут анафеме. А анафеме, к нему подходить нельзя будет. Я к нему поеду. Они все могут как-то сгладить, если настоятель, даже блудник, развратник, терпит, если платит деньги. Он коснулся самой запретной темы, деньги, и поток денег повернул на себя туда. Суммы-то какие огромные. Вчера стали говорить, я ужаснулся. Что же они делают? Да разве можно это делать? Да какая-то молитва за деньги? Откуда они взяли-то это? А чем это налучше церковников? Да у тебя хоть суммы порядочные, а тут захватили раз в 10 дороже. По соглашению, если им надо, пусть на меня выходят, будем молиться. Мне сегодня только звонит один, другой там, мы сразу становимся на молитву. Вот материнский капитал дают, чтобы как-то рожали детей. Да дети-то рождаются не от капитала, а от любви. От похотения мужа. Так и здесь. Молитва и деньги надо записать, в какое время, сколько раз. А вот там, на Афоне-то это было испокон веку такое. Они нового ничего не вели. Но этого тут они не простят. Они свирепые делаются. Речь касается денег. Он любому глотку перегрызет. Я за батюшку боюсь просто. Бакенбарды это другое совсем. Бакенбарды это к бороде относятся, а это виски. Впереди ушей. Впереди. А бакенбард это ниже. Бакен это сбоку, бард это борода. Игнатий Тихонович, вот я со священником, я несколько раз, ну, в общем, надоела я ему, и он согласился крестить мою дочку, но он мне прислал письмо, что я должна внести пожертвование для храма. То есть да. Я ему говорю, я за крещение не буду платить, но пожертвование на Дом Божий я отдам. То есть так можно сделать, да? Тоже, отдельно. Мы обязаны жертвовать, отдельно скажи. Я отдам отдельно, скажи отдельно, потом, после крещения, не до крещения. Да, так и сделаю. Вот так и сделаю. Я всем это говорю. Мы жертвовать обязаны. А за крещение никак. Оно может быть недействительно. Это симония. Об этом говорил патриарх Алексей, писал. Говорит, страшно сказать. Даже говорит, за крещение берут деньги, которые он не знал. Они по-другому и не делают. Десятину не хочет брать. Ну, я знаю, Наташа, все это. Ну, ничего, надо как-то подходить. Бог умудрит. Ну, в общем, я с ним договорилась, вот так я сделаю. Все, отложи деньги. Ну, никакого... И деньги отложены отдельно, и десятины, и для божественного. Никакого отношения к крещению, чтобы не имело. Скажи, батюшка, я десятину туда отдам. Не, он вообще против десятины очень люто, он не принимает ее совершенно.
Тут Игорь задает мальчик вроде 11 лет, с которым общались, это, который сказал, что деньги надо платить там отцу Владимиру-то. Ну, больной такой, ДЦП или как называть, он на кривых ногах там идти не может. Саша звать его, Александр. 11 лет там или 12, не знаю. Натихнули. Там не отцу Владимиру вообще деньги идут. Там вообще вот два человека на вас вышли, они вообще неправильно все поняли, понимают и очень видят. Надо вообще, Вячеслав, разговаривать не надо на эту тему. На кого бы ни шли, они идут туда, это все будет на него ложиться. Вообще деньги за молитву не берутся. Этого нигде ни в Писании, нигде нету, ни у святых отцов. Это я иначе как безумием не могу назвать. Ну тогда... И никогда никто не молился за деньги, а на него нападают. Да когда корабль уже в опасности, пшеницу побросали за борт, бросьте в эти деньги, пока вас совсем не накрыла эта волна. Павел пишет про это, пшеницу еще бросать-то, а тонет корабль. А они так все сохранимы, не получится. Там задействованы деньги, они будут подыскиваться 100 раз, и они одолеют. Будут переживания большие. Бросьте, уже тоже влипли в это дело. Сегодня разговаривали, я Виталия не вижу здесь или нет, Виталий там... Здорово отвечал. Я слежу за вашей перепиской-то. А почему Наталья говорит, не я? Я подумала, она там участвовала. Хорошие слова, говорит, Валентина говорит, что у них теперь там этого нету. И они добились все-таки, ну, молились, там отец Андрей был, я не знаю, Бондаренко или как фамилия его. Сейчас другое у них там. Часто ссылаются на то, что ничего не сделаешь, а я на это отвечаю, да ничего еще и не делали. Мне нравится выражение Бонапарта, Наполеона, он говорит, главное вязать там драку, а там видно будет. Ну, все верно, там на самом деле причина вообще всего, что началось против отца Владимира, это деньги. Ну, там он когда к вам приедет, вот вы у него спросите, он вам расскажет, потому что то, что выставляется вот, по поводу того, ну, вот, по поводу него, и вообще ни к чему общего не имеет с правдой. Но вы у него спросите, он вам расскажет, как там на самом деле состояло. У них выставлено, на меня выставили это, где там берут, где отмечаются, это выставлено, туда идет в Болгар сумма, рубль, даже 1 рубль идет, это нельзя делать. Участвует, он не участвует, это роли никакой. Вообще за молитвы деньги не платятся. И, ну как это так? За молитву деньги? Ну что вы смеетесь-то? Прямо не можешь ли служить Богу и Мамоне? Такими делами занимаются, главное, и тут деньги под ногами-то. Они никогда не отойдут, они будут грызть и вырывать. Я вот дорогой я проповедовал 56 лет. Тысячи проповедей, я бы сказал, платите мне деньги. В университетах 5 вел занятия. Только в одном 18 лет ни копейки не получил. 45 лет начальник детского лагеря, ни копейки, и обслуга не получала. Так приятно вспомнить. Нехорошее это дело у них, нехорошее, прямо очень нехорошее. Нужно немедленно убрать все из интернета, где они там цены назначили. Я сегодня схему эту себе скопировал. Прямо идет бизнес. И бизнес позорный, вредный. И ничего от этого не спасет от позора. И везде только это говорят. Патриарх такие часы имеет, мне сегодня говорят. Я начинаю говорить, да это не важно. Как не важно, на таких круизерах там ездят. И... Ну, я еще скажу. У меня старый велосипед, меня никто не попрекнет. А все у себя вопрос не ставите. Павел говорит, подражайте мне, я подражаю ему. У него ничего не было, в голоде, в жажде. Как армия боятся, когда скажут, что это можно делать, и у нас сделали. Ой, о себе сказали, в обморок падают. Вот выходят в чат рулетки. Ну и появляется человек, а я сразу перекрестить, они исчезают мгновенно. Крестное знамение долой. Какая сила крестного знамения? Примерно 50 человек, и только один останется какой-то расположен. А человек 50 пали мертвые. Все, вопросов нету? Все знаете, прекрасно. Фу-фу-фу. Я уже
38 минут. Я сам не знаю, кто там новенький, сиди сам. Попроси, чтобы кто-то помолился. А нет, значит, по-новому начинать, кто уже молился, им да опять. Ну вот Галинка Быкова, новенькая. Я сейчас помолюсь, ангел Опиаш, а потом своими словами можете Бога поблагодарить за эти занятия. Вот так. Давайте помолимся. Ангел вопияше благодать нечистая, Дева, радуйся, и паки реку радуйся, Твой Сын воскресе три дни над гроба, и мертвые воздвигнувы, и люди веселитесь. Светися, светися, новый Иерусалиме, слава Богу Господня на тебе воссия. Ликуй ныне, веселися, Сионе, ты же чистая, красуйся, Богородице, о восстании Рождества твоего. Давайте, Галина, молитесь. Галина Быкова, слышите меня? Микрофон включите. Ну, что-то... Может, я? Вот Нина... Нина какая-то. Тоже можете помолиться. Елена Зисова. Сергей Чепелев. Чего, нету никого, что ли? Или их там? Ну давай, Рахиль, давай ты. А мне надо звук громче сделать, да? Нормально. Благодарим Тебя, наш милосердный Бог Яхве, что собрал нас сегодня на занятия по изучению Святого Слова Твоего, по толкованию Святого Феофилакта Болгарского, который научает нас жить по воле Твоей. Укрепи нас в вере, исцели болящих, благослови наших близких, искренне поверить в Тебя, а также даруй мир на земле. Пошли проповедников благой вести о Иисусе Христе, Спасителе нашим, мусульманам, буддистам, язычникам, ко всем сектантам и пробуди их, чтобы они тоже открыли себе истинную церковь Твою. Распусти нас, Господи, с мира, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. 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 Спаси Христос. Спаси Христос. Спаси Христос, Бога.